Сильный удар нижней челюсти, Аркадий Михайлович. Похоже, перелом. Но умер он от удара головой о стену. Но это так, предварительно. Да. Кто-то сильно приложил нашего капитана. Мы же договорились, чтобы он в подъезде сидел, ждал смену. Зачем он сюда поднялся? Да понятно, зачем. Такая красотка и одна. Но не ради же этой бабы он сюда вернулся. Ну и не ради же встречи с ее дружком, Аркадий Михайлович. Мы закончили, Аркадий Михайлович. Отпечатков довольно много и все свежие. Хорошо, Коля. Давайте, ребятки, срочно в лабораторию и займись прежде всего пальчиками. Ну что, пойдем? Работайте, опера. Мокрая. Никаких следов. Ни крови, ни грязи. Ничего. Непонятно. Черт. Тут много чего непонятного. И самое непонятное, за что его убили. Неужели за ствол? За ствол запросто убить могут. Это точно. В данном случае не точно. Но как Сурков мог подпустить себе убийцу? Как? Аркадий Михайлович, а не кажется ли вам странным, что дверцы шкафа открыты? Она вещи собирала перед тем, как свалить. Да вроде бы не взяла ничего. Ну, значит, она деньги хранила. Схватила и бежать. Ничего она тут не хранила. Похоже, там сидел он. Ну, где я тебя должен прятать? Скажи мне, песня моя. Хочешь, прячься на складе, я тебе давно предлагал. А ты чего-нибудь получше не мог придумать? Ну, хотя бы от своей двухкомнатной квартирки. Ну, да что ты. Да, это, по крайней мере, по-человечески будет. Ну, что ты, ну. Все, Влад, ключи у меня. Иди развлекай гостей. Ну, знаешь, что ли, съем. Слушай, знаю. Знаю. Ты у Махрова на крючке сидишь. У груздя сидишь. Ты же на двух крючочках сидишь. У нас любовь. А вот это не твое дело. Владик дает нам свою квартиру. Он не любит, когда у него пропадают вещи. А я что, похож на вора, что ли? Немного похож. Послушай, Махров не знает твоих квартир. В квартире много одинаковых отпечатков. Скорее всего, хозяйки квартиры Каретниковой. Остальные же принадлежат Волкову Андрею Дмитриевичу, ранее судимому. Значит, это все-таки был Волков. Точно. И теперь он вооружен. Да, это самое неприятное. Я вот все думаю, а связаны как-то эти два убийства Суркова и Горбунова? Думаю, не связаны. Там заказуха, тут бытовуха. Ничего общего? Не кажется ли странным? Как только в городе появился Волков, тут же стали происходить эти убийства. Такое ощущение, что только его и ждали. Связаны эти убийства. Крепко связаны. И стоит за ними неизвестная пока нам фигура. Но выбор небольшой. Либо Махров, либо Притыкин. Тире Грусть. Нам нужна Каретникова. Каретникова им нужна. Я... Приятного аппетита. Спасибо. Я не знаю, где Каретникова. Вы уж простите, я за ней не слежу. Ты должен знать, где она. Никому я ничего не должен. Она подозревается в убийстве. О, Господи. Да не волнуйтесь вы так. Я ничего не знаю. Ничего не понимаю. Так, с этим все ясно. Господи, встрял же в какое-то дерьмо.
Андрей, а не Люська. Послушай, спустись вниз, побазарь с охранником. А я прогуляюсь по этому цветнику. Угу. Поспрашиваю у девиц. Может, знает что-нибудь. Господи. Понял. Выполняй. Угу. Здоров, удачи. С дороги, лярвы! Это кто такие? Это компаньоны Черновца. Компаньоны Черновца. Значит, говоришь, она с утра приезжала? Да минут 20 назад она приехала, с шефом поговорила и убежала. Одна приезжала? Там мужик какой-то в машине сидел. Лица я не заметил. Что за машина? Светлый Ниссан. Номер я не знаю. Черт! На похоронах. Мне надо, чтобы вот это все я... Пошел отсюда. Здорово, Кутерье. Кралю. Не видел? Кого? Люську, что ли? Нет, не видел. А что она опять натворила? Она что-то натворила? Да нет, просто до вас приходили менты, обвиняют Люську в каком-то убийстве. Ха-ха-ха, идиотизм. Кого же грохнула-то она, Витя? Не знаю. Может, у нее самой спросим? Ой, она появится, я ей передам, что вы хотели ее видеть. Даже если не появится, ты ей передай. А может, она все-таки появлялась? Она пришла, попросила ключи, я ей дал. Ну а что, я мог как-то по-другому поступить, что ли? Ну, вот видишь, как все просто. Она нам с тобой дверь не откроет. Надо его брать, пошли с нами. Быстро! Владик, сволочь, даст нас Махрова. Хочется мне уезжать из этого города. Люблю я это все. Шум, суета. Люсь, так жизнь устроена. Приходится чем-нибудь жертвовать. Да, тебе, конечно. Нечего терять. Ты все потерял за 5 лет. А мне есть чего. Да, Люсь, я потерял. Потерял мать, которая меня не дождалась. Я потерял дом, который меня отобрали. Но, Люсь, тебя. Тебя-то я не потерял. Лейтенант Тарасенко, уголовный розыск. Чуть и надо. Предъявите ваши документы. Это абсолютно точно? А сегодня она не появлялась? Дай сюда, некогда. Если что, позвоните. Вот по этому телефону. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. А куда Владик поедет? Там вот эти двое, которые выходили. Давай, Гомик, давай. Расплодились. Падлы. Thank you.
с утра. Забрали шефа и ушли. Именно там их машина стояла. Идут по дороге. Потом подъехал джип. То ли они просто так прогуливаются, то ли по делу. Я не знаю. Но я думаю, что по делу, потому что шли они очень быстро. Покороче, можно? Вы меня не ускоряйте. Я сама в судебном заседании работаю и могу вам сказать, что любая вот самая маленькая вещь имеет очень большое значение, пойдем, молодой человек. Я не молодой человек, я капитан уголовного розыска. Пулевое ранение в грудь, Аркадий Михайлович. Подъезжает большая спортивная зеленая машина, очень большая и очень зеленая. И в ней сидят не менее 5 парней. И как вдруг они начали стрелять, и как они начали стреляют друг в друга. И вот, когда они всех стрелили, вот этот вот один, которого убили, он остался один стоять, совсем один. То есть его убили, и он остался стоять? Да вы подумайте, пока что пока он стоял, он был живой. А вот когда его убили, он упал. Знаете, вот он начал так заваливаться, и совсем вот так вот завалился. Хорошо, дальше-то что? Ничего. И потом они сели все в машину, и зеленые тоже за ними. Ага. Все. Кто был с модельером? Махров и его заместитель. Виктор Торопцев. Я у него удостоверение проверил. Яснее ясно, Черновец в этой истории невинная жертва. Ох уж эти мне невинные жертвы. Было бы их поменьше, меньше было бы криминала. Это точно. Молодой человек! Сергеич, слушай, а что если этот модельер нам соврал, а? Ну и по делам его грохнули. Люся! Люська, я знаю, что ты здесь! Открывай! Дрянь! Вот! Дочь! Сергеич, может, они там? Сейчас я до них достучусь. Открывай, Люська! Витёк! Витя! Это подстава, Витя. Люська не дура. Она знала, что Вадик сдаст. Все, поехали. Я знаю, где она. $1000 ты ее заработала. Бери, уезжай из города. Таня, ну не ной ты, не ной! Тихо, 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 тихо. Салон все равно закроют. Уезжай, Тань, уезжай. Все. Поехали, Андрей. На машине нельзя ехать, она засвечена. Поедем на поезде. Значит, я сейчас пойду на вокзал покупать билеты. Шапку-невидимку одену, сяду в трамвайчик, доеду до площади. А давайте я схожу. Меня же никто не ищет. Махров приехал в гости к своей подруге. Встретил Волкова. Началась между ними перестрелка. Они завалили Черновца и разъехались. Сомнительная версия. Волков не рецидивист, отстреливаться не станет. Я думаю, Махров каким-то образом узнал о сейфе в доме Груздя и решил организовать кражу. Через Каретникова нанял Волкова. Волков влез в дом Груздя. Махров, судя по всему, хотел убрать парня после дела. Ну и Каретникова, спасая его, сообщил о краже в милицию. Вы так говорите, как будто вы там были и все видели своими глазами. Верно, Константин? Мне подсказывает, что убивал не Волков. Если не Волков, то кто? Тот, кто подставляет Волкова под это дело. Кто рано или поздно грохнет его. Махрова надо брать как можно скорее. Скажите, милая, а шеф ваш куда собирался ехать? К себе, на квартиру. Сказал, скоро приеду. А теперь... А что, когда гости были у шефа, вы что-нибудь слышали? Ну, я имею в виду, что, может, они ругались громко, кричали или сидели тихо? Вообще, он
На Люську ругался. На Каретникову? Да. Угу. А вот этого человека вы с Каретниковой не видели? Ну, может быть, он приходил, спрашивал ее. Это брат ее, двоюродный. Угу. Приходил, спрашивал. Я его к сестре отправила, к ее, к Таньке. Так. Дайте-ка мне адресок. А мусорню кто вызвал, а? Да это я! Я, сука, на Ламентам, понял? Жалко, что они вообще сразу твою тачку не зажали. Ах ты, сучонка паскудная. Между нами все кончено. Уйди! Тащи ее в машину! Убери руки, урод! Ты мне дергайся, Люська! Убери руки! Не получишь ты ее, волчара. Никогда не получишь. Не убил тебя, знаешь почему? На крючке держать буду. Я тебя за мента сдам. Если пикнешь, сгниешь ты на зоне на пожизненке. Фу, бля. Это тебе должок. Мой. И запомни, она моя. Моя вещь. А я вещами не разбрасываюсь. Костя, присядь. Иду. Вот списочек из сейфа Груздя. Похож на тот, который мы извлекли из кейса Горбунова. Поставки, даты, суммы. $10,000 за килограмм. Столько может стоить только героин. На это мы могли бы зацепить Груздя. Ага. Санкция на арест берем пока тепленький? Подожди, не спеши. Все требует доказательств. Грусть ничего не боится. Скажет тебе, что товар сахар, сумма рубли, вес тонны. Угу. Делать-то что, Аркадий Михайлович? Вот смотри, вот эти заглавные буквы похожи фамилии перекупщиков. Чаще всего встречается буква «Л». Ладыгин. Не спеши, это тоже требует доказательств. Подготовь ко мне список. С полными фамилиями, домашними адресами, телефонами. Все как положено. Сколько букв, столько и фамилий. Аркадий Михайлович, а где же я их возьму? Придумай. Оставь только фамилию Ладыгина. Понял, Аркадий Михайлович. Сделаем. Дай нам такую наводку. Попробуем сделать Ладыгина свидетелем. И машину я отсюда убери, чтоб следов от нее не осталось. Я тебе эту машину покупал! Сегодня ночью ограбили дом и вскрыли сейф господина Притыкина. Все записи и документы из сейфа господина Притыкина-Груздя волею случая оказались у нас. Много тут про вас, чего понаписано, Ладыгин. Вот это список всех поставок наркотиков за год, составленный Груздем с указанием фамилий всех купцов. Как видите. Ну что, нашел себе? Ищи, ищи, наркобарон. А вот список купцов с точным указанием всех адресов и телефонов. Еще один документ. Какие партии получали купцы и когда. Дальше показывай. Ну, грусть, сука, а? А вот это уже теплее. Ну, ладно. Значит, Горбунок взял товар у поставщика. А весь герыч идет через Груздя. Вот тот и стал выяснять. А когда выяснил, куда его партия делась, он Горбунка и завалил, чтобы другим неповадно было. А я к убийству никакого отношения не имею. Давай. Вперед, не задерживайся. Аркадий Михайлович, груз теперь наш. Брать надо, Аркадий Михайлович. Какой-то шустрый, Костя. Все еще проверять надо. Да проверим, не отвертится, никуда не уйдет. Проверим, проверим. Привет. Я тебе задание приготовил для успокоения нервов. Есть у меня один адресок. Проживает там сестра Каретникова и Татьяна. Тоже манекенщица. Проследи, вдруг кто-то...
что появится. Аркадий Михайлович, но это задание для Юрия Валентиновича. Он нас любит перед подъездами. Приказы не обсуждаются, а выполняются. На нем салон. Так что давай, действуй. Есть. И если что, в рукопашную не ввязывайся. Понял. Не хватало мне еще одного. Давай вперед. Капитан Галич, ваши документы. Командир, я признаю, превысил и каюсь. Держи. Что у вас с лицом? Упал. Пройдемте к нам в машину. Зачем? Я его сейчас застрелю нафиг. Посиди, дорогая. Ну что, старый козел, отыграл свою? Твой горбунок тебя уже заждался. Ишь, какие вы шустрые, захотели дурью торговать. А Валера грузит, значит, по боку, да? Не пойдет. Поехали, пока. Знакомая рожа. Валерочка. Сука! Я давно до тебя добираюсь. Ну что, гнида, а животное? Еще чуть-чуть пожить хочешь? Или сразу пулю в башку? Вечок, давай договоримся. Я хочу все миром решить, я не хочу войны. Все бы шло и шло. А теперь дело начал. Бес попутал, Сергеич, давай поделим. Давай поделим город, всех на уши поставим. Не, Валер, ты жадный. Я твой должник. Ладно, живи пока. Спасибо, Сергеич. Твое счастье, что я крови боюсь. Ой. Зато я ей не боюсь. Ой. Спасибо. Махров, ты знаешь, где он живет? Люська говорила, у него за городом особняк, где-то в Разгуляево. Там у него домина. Хорошо, я знаю, где это. Слушай, ты герой, карман с дырой. Езжай на вокзал. Я два билета купила в разные вагоны. Сам выберешь, какой. Вернешься, когда все про тебя забудут. Это деньги. За сотку на такси доедешь, остальные на дорогу. Так, вот еще. Жизни и смерти вручаю. Что, на ночь глядя? Здесь недалеко, километров 5 от города. Успеешь, но до ночи 100 раз. Садись. Как себя чувствуешь, Люся? Пойдем к столу.
Не могу я без тебя, Люська. Другой бы с тобой не церемонился. Я тебя даже не побил. Как следует. Люблю, потому что... Да мне плевать на твою любовь. Плевать? Один тоже вот плевал да плевался. Сейчас лежит в кустах и не знает, похоронят его или собаки сожрут. Хочешь так? Слушай, вы же не люди. Шакалы. Это точно. Все грызутся. Все. Жизнь, видать, так устроена. А человек еще хуже шакала. Давай, вали отсюда. Я спать хочу. Вали. Я лучше сдохну, чем в этом мире буду жить. Спасибо, шеф. Аркадий Михайлович, это я, Корнюшин. Аркадий Михайлович, я следую за Волковым. Да, мы в дачном поселке Разгуляева. Пришлите группу. Аркадий Михайлович! Я понял. Да. И выступать. Понял. Черт! Ну, Аркадий Михайлович, если что, не в защите потом. Сюда. Пошли, Люся. Пошли. Там охрана нас убьет. Ничего, мы пройдем незаметно. Как тени. Люся. Привет, Ген. О, здоров. Че, как дела? Сергеевич спрашивает по поводу Бэхина. Я надеюсь, там все полировано как следует. Ты кто такой и как сюда попал? Спрашивает, кто я такой. Да я друг его. Он меня все в гости звал. Вот я пришел. Пошла. Давай, давай. Тебе гости, Сергеич. Оба-на! Кто к нам пожаловал-то?
А ты как нас нашел, волчара? В справочном бюро спросил адресу. Да грохните вы и все. Сказали. Не воспитывайте меня какой. Сразу видно сирота. Присаживайтесь, господа влюбленные. Вот так, Андрюха. Одна ходка у тебя была, а теперь вторая будет. Пожизненная. Солидным вором становишься. Люська тут маленько отдохнет без тебя. А то бегает от меня, как чумовая. Не понимаешь, я ее люблю. Эх, Люська, если бы не я, так бы мерила ты своими красивыми длинными ногами привокзальный тротуар. Да я лучше привокзальный тротуар буду мерить, чем твоей подстилкой быть. Вот тварь неблагодарная, шлюха вокзальная. Какая была, такая осталась. Кто лучше трахнет, под того и ползет. Ведь ты хочешь ее? Не откажусь. Давай. Давай. Бери ее, Витя. Ты серьезно? Давай, я сказал! Всем стоять, милиция! Я сказал, всем стоять, милиция! Сразу ее кончать. Поставил бы дома. Я бы их завтра. Завтра мы с тобой трупы, если сегодня не уйдем. Вот, вы за нами в процессе. Это Махров. Догоняет. Ну такой удачки, как это, настолько свертали тут ловить. Останови, слышишь? Выходи на ходу, если хочешь. Мне больно. Ты что, забыл, сколько на тебя висит? Делай так, как договорились. Выходи из машины с поднятыми руками, слышишь? Ты чего орёшь? Твари! Убери руки, мент! Давай в кусты! Возьми ключи в девятке. Волков, тебя все равно возьмут! Я тебе это обещаю, я всех на ноги по нему, понял? А я не такая большая птица. Ты бы лучше Махрова ловил. Ты хочешь сказать, что убийство капитана милиции – это что, мелкое преступление? Ключи! Не надо вешать на меня ничьих мокрых дел! Ты хочешь сказать, что Сурков сам себя убил? Я никого не убивал. Я его оставил живым. Хочешь – верь, а хочешь – нет. Черт, черт! Останови машину, я сойду! Мне все равно уже, останови, я выйду! Прости, сынок. Thank you.
из машины! Руки показал! На машину руки! Чистые! Вперед! Ну что, Махров, отбегались? А я не бегал, я догонял. А вот вы догнали не того. Волкова надо брать, это он вашего капитана бочканул. И Волкова возьмем, не волнуйтесь, вы за себя отвечать готовьтесь. А мне отвечать не за что, понял? Что дальше? Ну что, ты едешь со мной? А у меня есть варианты. Я думаю, они попытаются выбраться из города на поезде. На машине слишком рискованно. А на поезд сел и тю-тю. Возможно. Аркадий Михайлович, я сейчас возьму группу захвата и поеду с ней на вокзал. И Волков точно от меня не уйдет. Уже ушел. Аркадий Михайлович! Аркадий Михайлович, ну ведь ему баба это помогла. А если б я был с группой? Костя, садись. Ладно, звоним Балашову. Пусть пробьет по вокзалам, с какого из них отправляются Волков с Каретниковой. Паспортные данные Волкова есть в деле. Билеты в разные вагоны. Люшку он кусит первый и скорее через парадный вход, а сам пойдет стороной. Я за Волковым пойду, Аркадий. Держи Люшку. Я за Волковым Люшка, пойду, сказал, Аркадий. Приказ не обсуждается. Все, вперед! Есть. За мной. Все на местах, ждем команду. Так-то оно будет лучше. Группы захвата. Хвост состава. Срочно. Давай в объезд на третий путь. Быстро, я сказал! Прием. Первая, она подошла ко второму вагону. Наблюдаю за ней. Понял. Она уже села, сейчас Волков появится. Все вагоны под контролем, мышь не проскочит. А если она одна поедет? Раз его нет, значит одна. Мои ребята глаз испускают. Он бы не проскользнул. Я пошел за ней. Тебе что, проводить собрался? До первой остановки.
Там нас будет ждать машина. Взяли мы твоего Волкова. Первого удара Сурков пришел в себя. Так вот почему мокрое полотенце. Я думаю, второй удар нанес кто-то посильнее Волкова. Амбал какой-нибудь. Качок или боксер. Типа этого заместителя Махрова, которого мы в канаве нашли. И оружие его забрал. Значит, Волков нашего капитана не убивал. Правильно, не убивал. Но доказать мы этого не можем. Делать-то что, Аркадий? Думать! Разбиться, но найти доказательство невиновности Волкова! Проходите, пожалуйста. Нашли пистолет Суркова в доме Махрова. Я рад. Это только зацепка. Но я-то не убивал. И мне этого достаточно. Зато мне недостаточно. Мне нужны доказательства. И они будут. А я вам верю. Аркадий Михайлович.